этом ролике ты узнаешь, как путешествовать, не выходя из дома, и при этом становиться умнее. Подписывайся на наш канал. Соня, ты что, собираешься в путешествие? Сейчас путешествовать можно только не выходя из дома. Это как? Создадим обстановку. Смотри, как я делаю, и повторяй. Ставим кресло или глубокий стул. Находим растение. Надеваем очки. Направляем на себя свет лампы и готово. Мы как будто на курорте. Пляжный отдых не для меня, даже домашний. Я люблю ходить в походы. Где моя палатка? Действительно, можно путешествовать и дома. Главное включить воображение. А теперь давай делать то, что мы обычно делаем в поездках и на курортах. Будем объедаться? Нет, играть в логические игры Бандибон. А я хочу поиграть в телефон. Соня, после каникул наш класс будет проходить тест на IQ. Мы не можем с тобой опозориться. Нам нужно натренировать мозги. Сейчас как раз есть такая возможность. Тест на IQ. Тогда достаем свои игры. Но только, Соня, мы сделаем челлендж. Кто быстрее пройдет задание из мини-игр, тот получит их в подарок. У меня вот такие наборы. Такие же наборы у тебя в рюкзачке. Если выиграю я, то ты отдашь все свои наборы мне. А если выиграешь ты, то я отдам все свои. Начнем с игры «Найди отличие». Я люблю играть на скорость. Открываем любую страничку с сюжетом и маркером выделяем отличие. Поехали! Я справилась первая. Так нечестно, Виталина. Нечестно? Тогда давай сыграем в другую игру. Самый быстрый. Давай. Суть игры простая. Мы выбираем задание. Нужно найти и дать правильный ответ как можно быстрее. На старт. Внимание. Марш. Выполнила. Чур, теперь игру выбираю я, а то все мои игры достанутся тебе. В какой игре я могу победить свою сестру? Что я делаю лучше? Я лучше рисую. Виталина, возьмем мини-игру «Задачки-раскраски». Хорошо. Согласна. В комплекте идут цветные карандаши. Выберем задание. Ура! Наконец-то я выиграла. Готовься отдавать мне свои игры, Виталина. А теперь, Соня, давай проверим логику. Возьмем логические игры Бандибон. У нас здесь 15 двухсторонних карточек и маркер. Открываем задание. Л. Логика. Это то, что я люблю. Мое задание. Помоги девочке собрать все конфеты и найти выход из лабиринта. Я снова выиграла, Виталина. Мастер спорта по логике. Все наборы у меня уже в кармане. Давай сыграем еще. У нас осталась еще одна игра. Но давай сыграем в нее вместе. Но я же на шаг от победы. Это игра «Магнитный пазл». Нужно собрать изображение вот такого мишки из маленьких деталей. Это просто. Не так просто, как ты думаешь. Собрали
мини-играми Бонди Бон можно классно проводить время и тренировать мозги в любой обстановке. Теперь мы точно справимся с любым IQ-тестом. Я не буду выглядеть глупо перед своими одноклассниками. Но мы, Виталина, не решили, кому достанутся игры, кто будет в них играть. Не переживай, Соня, все игры многоразовые. Маркер стирается обычной влажной салфеткой. И ты, и я сможем играть в них по очереди до бесконечности. Но все же я была ближе к победе, поэтому во всех поездках игры мои. А то затаскаем такие красивые книжечки. Они же очень прочные. Можно брать их куда угодно, и им ничего не будет. Задания не распадаются, держатся на пружинке, а крышка удобно закрывается. Можно играть на заднем сиденье автомобиля, на лавочке в парке, на даче или дома, как мы. Так что не переживай, ты можешь брать мои игры в любой момент, а ты можешь брать мои. Договорились. А как заказать эти наборы в удобных вам магазинах, я расскажу в описании. Ну а вы были на канале Бонди Бон Геймс. Ставьте лайки. До новых встреч! Бонди-бон, бонди-бон, бон-бон-бон.